Алисе, этому пространству. Полностью еще. Типа тебя нужно прям. А, да. Доверяем, отдаемся. Да, прям почувствуйте кайф, с удовольствием. Не обязательно по кругу, ну, движение менять. Просто сейчас идем своим телом. Да, дышите глубоко. Расслабленно. Ветром. Да, отпустите. Расслабление — это важная составляющая нашего тела, которая позволит быть счастливыми, радостными. Да. Мы не уходим, нас поддерживают, нас держит мир, нас держит пространство. Полностью расслабление, голова прям болтается. Почувствуйте, все тело расслабилось. Все тело, да, дышите. Позвольте телу сейчас быть полностью. Да, отлично. Потрясающе. Даже вообще кайф. Да. Еще несколько минут потом поменяемся. Будьте плавными, тягучими, да. Движения будут разные. Прям почувствуйте свое тело, которое валится туда-сюда, и вы позволяете ему двигаться. Внутри нас есть энергия, которая пульсирует, которая двигается направлением. И идите за этим направлением. Дышите, позвольте дыханию быть. Вообще очень мощное исцеление, восстановление, когда есть дыхание. Дыхание — это и есть жизнь, не будьте дышать. Да, отлично. Да. Мне уже похоже. Да, нужно входить в контакт действительно без напряжения. Я согласна, в этом кайф, в этом есть. Потому что эта энергия заряжает, она вообще, смотри, как она прям расслабилась полностью, это же здорово. Вообще, вот, это самое прекрасное, когда человек позволяет себе расслабиться. И еще несколько минут. Не хочется останавливаться. Сейчас можно приостановиться очень не быстро, только медленно.